В этот день награждали почетных доноров России и лучших доноров Кстовского района. Им вручили благодарственные письма, цветы и подарки. Юрий Павлович обратился к донорам со словами благодарности за их помощь в спасении человеческих жизней. Спасибо вам большое. Пусть вам пожелают добра, здоровья, мира, благополучия, достатка. Здоровья и счастья вашим семьям, вашим детям и всем помощи. Праздник вам. В основном здесь присутствовали доноры с большим стажем. Таковой является Смирнова Елена Григорьевна. Она сдала кровь уже 100 раз. Естественно, кому-то кровь давать. Потому что, ну, думаю, если не я, то кто же? Думаю, приятно, что спасаем жизнь кому-то. Сдать кровь – значит спасти жизнь. Сохранение значимости донорства и призыв сдать кровь – это главная задача на сегодняшний день.